прикольная штука. Блин, я так прогуливаюсь, а мне же надо так-то в банк. Попробовать получить карточку. Работает он до 8. Сейчас время всего 5 вечера. Ну, нормально. В Бресте меня парикмахер стриг, как вот этого Эда Ширана. Мы называли его Рыжий.
Это телефонный оператор. У меня оператор A1. В Беларуси он тоже есть. В России этот бренд принадлежит каналу. Вот я вот у этого симку взял. Это почти конец. Ну что скажете про сербок и сербов? Увидели кого-нибудь симпатичного? Я, кажется, нет. Ну я особо не смотрел, но в Москве это само собой бросается в глаза. Здесь вот какая-то галерея, я тут уже был. Очень клевые картинки. Магазин оптики. Там продавец в белом халате, так что ему можно доверять. Дизайн оправы. Так, ну все, это конец прогулочной улицы. Она небольшая, не очень много людей. Сейчас среда. А, вот здесь вот в переходе все заграфичено, так прикольно. Ладно, пройдусь ради вас. Я скину меню.
Тут кто-то живет. А тут кто-то поет. Стор такой. Айсток. Ну вот была цыпа симпатичная. Прошла. Накрашенная. Это подземный переход, там эскалатор. Я очень хорошо.